Енисей, Красноярск! Енисей, Красноярск! Рано утром Красноярский аэропорт заполняют крики болельщиков. Фанаты «Енисея» репетируют встречу любимой команды. Многие приехали заранее до прилета игроков и не спали эту ночь. Уже две ночи не спали. Всю ночь это уже слабо сказано. Ну, как готовились? Я, например, не спала, потому что я боялась проспать. Вот, там, друг с другом все собирались, ехали. Ну, а так, что мы особо готовились? Мы пока еще не верим, что у нас команда в премьер-лиге. Может, сейчас увидим, поверим. Футболистам скажем большое спасибо за сезон, команде, ну и тренерам. Всем скажем большое-большое спасибо, ну, что будут приезжать команды в премьер-лигу, ну, в Красноярск, с премьер-лиги. «Спартак», «Зенит», «Енисей» должен всех обыгрывать. Ну и дальше, что первый сезон как бы закрепиться надо в премьер-лиге, а на следующие года, чтобы уже и Лигу чемпионов выигрывать, ну и так дальше. В ожидании перелета команды в здании аэропорта на большом экране можно было еще раз посмотреть лучшие моменты двух стыковых матчей противостояния «Енисея» и «Анжи». Кстати, перед вылетом нашу команду поздравил экипаж воздушного судна и пассажиры. Уважаемые пассажиры, на борту нашего самолета находится футбольный клуб «Енисей», который завоевал право на участие в российской футбольной премьер-лиге в следующем году. Однако ожидание встречи затянулось из-за эвакуации здания аэропорта по причине сработавшей пожарной тревоги. Пока болельщики ждали на улице, футболисты были по другую сторону от терминала, в самолете. Впрочем, даже часовая задержка не смогла омрачить радость долгожданной встречи наших победителей. Мой Енисей! Моя любовь! С тобою я пока и свена кровь! Красно-синие! Красно-синие! А дальше поздравления, автографы и, конечно же, общая фотография. Наверное, года два назад об этом даже никто и не мечтал, по большому счету. Ну, конечно, мы очень счастливы, очень рады. И спасибо большое хочу сказать тем людям, тем болельщикам, которые после регулярного чемпионата, когда нам не хватило одного очка до прямого выхода в премьер-лигу, пришли, поддержали, не говорили нехорошие вещи на нас. Там. Кто-то плакал и просил, пожалуйста, выиграйте там «Анжи». У нас в автобусе сейчас шутка родилась, потому что «Енисей» вышел в премьер-лигу, но с аэропорта выйти не может пока. Но мы очень рады, на самом деле. До конца не сознаем, потому что игра была выездная. И той радости с нашими болельщиками, ну, дома, чтобы почувствовать, еще не было. После двух сложных стыковых игр, а также длительных перелетов, красноярские футболисты отправляются отдыхать. Правда, времени на восстановление сил у них не так много, ведь уже в середине июня начинаются сборы. Команде необходимо подготовиться перед своим первым и долгожданным выступлением в российской премьер-лиге. Виктор Самусенко, Ярослав Цимбал, Максим Галат.